Здравствуйте! Высшая школа государственного управления финансового университета при правительстве Российской Федерации представляет новую программу профессиональной переподготовки «Специалист по оплате труда, компенсациям и льготам». Актуальность программы несомненна. Вопросы оплаты труда, выплаты компенсации, льгот находятся под пристальным вниманием не только работников и работодателей, но и государственных органов. Тем более, что регулярно происходит изменение законодательства в данной сфере. Программой предусматривается участие авторитетных экспертов-практиков Центра образовательных компетенций, Совета по профессиональным компетенциям в области управления персоналом. Независимая оценка квалификации в форме профессионального экзамена будет основана на требованиях целого ряда смежных профессиональных стандартов, утвержденных Минтруда России, таких как бухгалтер, специалист по финансовому консультированию, аудитор, специалист по управлению персоналом и ряду других. Выпускник по представленной программе, будь то гражданин в возрасте 50 лет и старше, гражданин предпенсионного возраста, женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, молодежь в возрасте до 35 лет, все могут стать действительно универсальными работниками с всесторонними навыками, которые по достоинству оценит любой работодатель. Ведь финансовый университет в этой сфере дает рынку труда только профессионалов с большой буквы. Учитесь у нас, будьте нужными и успешными.